Татуировки всегда были спорной темой между взрослым поколением и подрастающим. В наше время их бьют даже на глазах. Сегодня узнаем, готовы ли жители Казани набить татуировку на лице, и если да, то какую? Какую татуировку вы бы набили на лице? Я бы не набивал. На лице бы точно пока не знаю, но скоро хотелось бы. Ну, думаю, не набил бы на лице. Не хочу свое прекрасное личико портить. Я бы сделала татуаж стрелок. Как бы это тоже считается татуировкой. Вообще я не сторонник татуировок, но если делать, то какой-нибудь изящный вот здесь вот. Какого-нибудь персонажа из One Piece. Больше я бы ничего не стала набивать. Или свою кошку. Колибри. А почему? Потому что маленькая красивая птичка. На лице нельзя набивать. Почему нельзя? Во-первых, это больно, во-вторых, она тебе разонравится, потому что татуировку ты видишь каждый день. Что-то такое, что... Был какой-то потайной смысл? Что-то маленькое, наверное, что легко будет свести потом. 7-7-7, типа 3 топора, там все такое. Нет, на самом деле я хочу себе набить так полностью тело, спину, руки. И вот здесь одну сделать. А так на лице, ну не знаю, пока не задумывался об этом. Что касается меня, я бы никогда не набила себе тату на лице. Но если очень хочется, то можно. Это был соцвопрос с Ильей Гизатовой, Алия Кульбарисова. Всем пока!